Здравствуйте, мы сегодня находимся, как, впрочем, каждый день находимся в Maxim Medical Center, здесь, в Fort Lauderdale, и уже начали процедуру, которая называется Vampire Facelift. Эта процедура комбинирует несколько методик. Мы используем активированные тромбоциты, или по-английски PRP, мы используем дермофиллерс, для того, чтобы сгладить вот эти вот, что называется, nasolabial folds. И для этого я использую Ambalatera Dermofiller. После того, как мы это закончим, мы приступим ко второй стадии и будем использовать активированные тромбоциты для того, чтобы стимулировать коллаген, синтезис в коже, и это уже более, как сказать, регенеративная процедура. После этого мы еще сделаем Vampire Facial, для этого мы используем специальный прибор, который называется Microneedling, и мы также для этого будем использовать активированные тромбоциты с концентрацией около 8 раз выше, чем у нас тромбоциты в крови. Немножко охладить, чтобы чуть-чуть он было не так болезненно. Хорошо. Окей, раз, два, три. Вау, практически не больно, да? Раз, два, три. Угу. А немножко улыбнитесь. Улыбнитесь еще чуть-чуть. Окей. Как вы видите, nasolabial fold уже разгладился с обоих сторон. Выемки не так заметны. И сам эффект остается приблизительно от 4 до 6 месяцев. Но если мы будем использовать активированные тромбоциты, это удлинит эффект за счет стимуляции коллагена уже за счет нашего организма. Окей. Okay. Mm-hmm. Can you help? Отлично. Все нормально? Give us a reaction. Yes. Да, мы сейчас добавим, мы там еще. But you see? Mm-hmm. Okay. Okay, so... Thank you.